Всем привет, с вами Маша Смолт, и мы продолжаем серию видео о шахматах. Специально не стала сейчас убираться, я наконец-то закончила все это вырезать. Вот, просто хочу вам показать, как это все выглядит после резьбы. Такой прекрасный снежок, просто толстенный слой, пылище везде. Я работаю на балконе, ну, просто он на стеклах, везде, на всех поверхностях, просто везде древесная пыль. Было бы идеально, конечно, прикупить строительный пылесос, но дело в моих прекрасных... зачеркнуто нежных соседей. Сос выдает где-то 70 децибел. Вот, это шумно. Ну и, в общем-то, для балкона, наверное, это излишне. Что вот наша кучка. Я тут, конечно же, уже экспериментировала. И значит, что нам сейчас надо, это разобрать все по комплектам, потому что иначе можно накосячить. Как видно, здесь пешечки я уже покрыла. Ладно, это сейчас я покажу все в процессе, как это все делается. Сейчас нам нужно разобрать по наборам белым, черным. Высохли наши детальки все, масло тоже впиталось полностью, то есть не пачкается, готово покрытие лаком. Вот, но, значит, покрывали мы последними вот эти, и их нужно довести до ума, то есть до вот такого состояния потертости,